До окончания общенациональной переписи населения 2021 года осталось 3 дня. В настоящее время в переписной кампании приняли участие 91,6% казахстанцев или 17,4 миллиона жителей. 40,4% граждан прошли перепись онлайн, 51,2% офлайн. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникации сообщил заместитель акима Жамбылской области Талгат Мамаев. По его словам, по итогам переписи на 26 октября лидирует город Алматы. Второе место занимает Туркестанская область, Жамбылская область на 3-м месте. Переписью охвачено 101,4% населения региона или более 1 162 тысяч человек. Из них 542 433 респондента или 47,3% приняли участие в национальной кампании онлайн. 620 332 человека переписаны интервьюерами, отметил Талгат Шареевич. Он также обратил внимание, что работа по подготовке к проведению национальной переписи населения местными исполнительными органами ведется в тесном контакте с департаментом статистики Жамбылской области и в соответствии с утвержденным планом. Переписчики имеют необходимое оборудование и телефонную связь, также обеспечены помещениями, подключенными к сети интернет и единой транспортной среде государственных органов. Для специалистов-переписчиков города Тараза проезд на общественном транспорте бесплатный. Сегодня численность населения, прошедшего перепись населения во всех районах Жамбылской области, кроме Шуского, достигла текущего показателя. Интервьюеры посетили более 272 тысяч жилых и нежилых помещений региона. Общенациональная акция продлится до 30 октября текущего года. С 1 по 7 ноября пройдет проверочный этап обхода. Отметим, что в области перепись прошли около 1100 иностранных студентов. В Тарасском региональном имени Мухаммеда Хайдара Дулати, Тарасском инновационно-гуманитарном университетах и колледжах мы провели перепись граждан из Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, России и Китая. Около 1100 студентов. В ходе подготовки и проведения переписи жителям были разъяснены цели и порядок. Проведение кампании в этом году было размещено 246 баннеров. Также на всей территории области патрульные машины департамента полиции распространяли обращение к жителям и аудиоролик о проведении переписи населения и призывом принять активное участие. Спикер также отметил, что во время подворового обхода жителей 34 домохозяйства отказались от участия в переписи населения. С ними проводится разъяснительная работа. Кулеш Умурзакова, Ахтанберди Абитаев, 77 News.